Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент. Представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ. Скажу, что мне просто нечего терять. Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу. А когда нашла, то была вынуждена это скрывать. Представить, что я инопланетянин, было достаточно просто. Я не смотрю телевизор, потому что меня не устраивает то низкопробное шоу, которое нам там показывают. Я хочу иметь свое личное мнение, основываясь на своих выводах. Я не знаю ни этих СМИ, ни журналистов. У меня нет никаких пресс-секретарей или суфлеров. Я просто приходила и пыталась с ними контактировать. Так что я хочу сказать, какие у меня выводы. Я не понимаю, как инопланетянин, почему людям интересно смотреть на то, как они унижают друг друга. Почему они не обсуждают проблемы экологии, например? Почему они не обращают внимания на то, что, по сути, уничтожают свою среду обитания и от этого гибнут, как мухи, от рака? А политические проституты? Да я знаю, что в России тоже полно политических проститутов. Он недаром такая кличка у вашего лидера главного. Я не буду отвечать тем же. У меня есть пару комментариев, важных, на мой взгляд, которые я размещу у себя на странице в Facebook или в Instagram. Спасибо.